В Чебоксарах проходит региональный этап национального чемпионата профмастерства «Обилимпикс». В этих соревнованиях республика участвует впервые. Свои возможности проверили 40 человек. У всех есть ограничения по здоровью. Сегодня все внимание этим ребятам. Для них «Обилимпикс» – уникальная площадка для обмена опытом и хорошая возможность проявить себя, получить профессиональный опыт и найти достойную работу. Мы в этом году выставляем 7 компетенций. Из 7 компетенций 2 компетенции представляются в категории «Школьники». Это художественный дизайн и художественное вышивание. Одна компетенция «Массажист» представляется в категории «Специалисты». Здесь у нас принимают участие уже работающие специалисты-массажисты. И 4 компетенции представляются студентами колледжей Чувашской Республики, которые обучаются по профессиям мебельщик, повар, портной, резьба по дереву. Победители регионального этапа будут представлять Чувашию на 3-м национальном чемпионате в Москве. Хотя одно только участие в данном соревновании уже победа.